Сенчики Бамбони, смотрим видео от Анджелины. Начинаем. Ух, как красиво, прям его ангел. Красиво, красиво. Мне нравится ее произношение, да, то есть нету такого, знаете, чистого произношения, то есть, ну, как бы, как сказать, то есть, какие-то интонации, ну, то есть, в речи до такого ты не услышишь, и от этого ты завораживаешься, в этом, как бы, заключена атмосфера всего выступления, это хорошо. Аранжировка вообще простая, то есть, да, там фортепиано слышно, да, то какой-то под капли, она со мной пьет, да, под капли какие-то воды, под их звук. Шикарно. Атмосфера, вот, все. Максимально атмосфера, это ее фишка, то, что она может передать, это круто. Она нагнетает обстановку, она словно, знаете, заставляет тебя вот сузить какое-то пространство, и ты уже в каком-то узком пространстве ищешь какие-то там вот детали. И в принципе так и получается. Она заставит уединиться тебя в мысли. То есть она так спокойно поет, так расслабленно, вводит в тебя в транс, и ты мыслями уже пытаешься как-то погрузиться в свою голову и начать уже рыться в голове. Очень хорошо. Ох! Ну, не хватало. Снова, да, то есть она тянет ноту, как бы, как мы уже привыкли слышать обычно, ну, ничего такого особенного, да, то есть мощно, да, круто, но потом она уже добавляет эту интонацию, такую, ну, вот свою фишечку, и это становится еще ярче, то есть украшение отличное для вокала. Вах, вах, вах. При этом атмосферу она не теряет. Джаз. То есть это джаз, но какой-то другой совершенно иной джаз. Не такой, который веселящий, то есть такой нагнетающий, тленный и грустный какой-то джаз. Фича. Очень молодец, но все как бы это было круто, то есть атмосфера, вот какое-то спокойствие абсолютно, и тоже ощущается какое-то такое, ты ощущаешь себя спокойным, и как-то хорошо на душе становится даже, при всей тогда это немного гнетущей атмосфере, но респекты огромные в любом случае, но против нее будет Марселита, битва будет крутая, тут атмосфера и, в принципе, и хороший вокал, и Марселита, в котором, в принципе, не один человек, а несколько человек. Что это будет? Надо подбирать хорошую песню, какую-то купим. Вот такую, заводящую. Но нас ждет великая,
битва. Well, это определенно, да. Которые, ну, все, вот. Все. Ты в голове. Да. Скажем, если бы она была бы каким-то таким, ну, супергероем, супергероиней, а то она могла бы спеть, и ты бы, ну, и могла бы погрузиться, словно, в твой мозг. Ну, такой вот. Ну, в общем, и постоянно мы характеризуем эту девушку. То есть, знаете, когда ты уже в гневе, в ярости, уже готов, ну, уже готов на убийство, по сути. И она у тебя просто подходит к тебе, хватает твое плечо и как бы дает напутствие. Ну, то есть, если она делает это как бы песней, и она успокаивает тебя абсолютно. И ты уже можешь спокойно думать, да, ты уже сконцентрировался, и все, идешь спокойно в потоке. Вот она, это она. Украшение вокалом, ее своеобразный, как всегда. Ее вот эти фишечки, эти вот голос, ну, как она голос меняет, тоже ее хорошие. Переходики тоже. Все, в общем, в этом все отлично. Мне кажется, ну вот, я думаю, вот ее самая фишка, это вот душа и атмосфера. Это прям вот вау. Это нравится. Добро, спасибо. Чики-пу-пу.